Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайный Гаджет. Меня зовут Сергей, и по названию видео вы уже знаете, какой здесь телефон я буду распаковывать, так что не буду интригу тянуть. Это Honor Huawei Honor 8X, но не просто 8X, а 8X Max, который имеет огромнейший экран. И хочется верить, что получился он очень крутым. И, блин, проблем с этой посылкой у меня было дохренище, потому что она попала на таможню Укрпочты. Укрпочта мне насчитала налоги. Сказала, блин, выше 150 евро стоит телефон. Плати налог, как говорится в одном очень известном меме в интернете. Кажется, блин, что в Украине реально перегнули с этим лимитом 150 евро. В других странах этот лимит намного выше. Вот в России 1000 пока что евро. Не знаю, как будет дальше, но все-таки. И мне кажется, это круто. А вот у нас, блин, 150 евро. Ну, какой сейчас телефон можно ниже 150 евро, чтобы он был интересный, купить себе на обзор? Я не знаю. Пришлось платить налоги. И вот он, наш 8X Max. Вау, он, блин, огромезный. Офигеть. Ого, вот это вот лопата. Вот это вот я понимаю. Аппарат. Ху-ху-ху. Вау, блин. Блин, это круто. Он очень крутой, мне кажется. Это какой-то, блин, Galaxy Note от компании Honor. Потому что, ну, блин, он огромный. Я не знаю, как, правда, к сканеру дотягиваться. Можно будет удобно или нет. Ну, окей. И здесь на свету видно, что вот есть такая полоска. Она не особо заметна, но она немножко другой текстуры, я бы сказал. Или как это больше назвать правильно. И, блин, это очень красиво. Давайте снимем эту вот фигню, чтобы получше разглядеть дизайн. Вот, снял все наклейки с задней крышки. Теперь можно рассмотреть дизайн получше. Блин, ну, очень круто. Я бы даже сказал, он с каким-то таким синим оттенком на свету. Не полностью черный, но смотрится очень круто. А здесь у нас самое главное, это не монобровь, а вот такой вот, такая вот каплевидная форма этого выреза. Я уже включу сейчас, чтобы вы оценили это все. Вот, смотрите, здесь только под камеру маленький вырез, и все. Вот из-за этого я взял Honor 8X Max, а не 8X просто, потому что, ну, 8X, да, он интересен своим процессором Kirin 710, по-моему, 710, точно не помню. Здесь стоит процессор от Snapdragon, насколько я помню. Да, мог тоже ошибаться. И экранчик здесь просто вау. Ну, мне так кажется, потому что, ладно, давайте пока он включается, быстренько посмотрим, что в комплекте, и забудем об этом комплекте, и будем просто заниматься самим телефоном. Что здесь у нас? Стандартная такая вот упаковочка. Чехольчик силиконовый, и это круто. Инструкция, гарантийка. Здесь у нас, вот видим, скрепочка. Потом у нас здесь идет USB кабель для зарядки. А кабель здесь, кстати, не USB Type-C, а просто micro-USB кабель. Ну, это странное немножко решение от компании Honor, но все-таки. И блок питания. А блок питания у нас на 9 вольт 2 ампера. И это очень важно, потому что батарейка в Honor 8X Max целых 5000 мАч. По крайней мере, так заявлено. Так, все. Здесь больше нет ничего. Ничего интересного. Отложим и переходим полностью к телефону. Ну что же, надеюсь, здесь есть русский язык. Сейчас мы его найдем. Да, есть русский язык. Отлично. И вау, он запустился. И, блин, это очень круто. Этот экран, я не знаю. Это, блин, какой-то планшет уже больше. Но он насколько безрамочный. Ну, да, рамочки они есть, конечно. Но вот на фоне вот этого вот огромного смартфона, вот эти вот рамочки, они кажутся очень маленькими реально. И очень все так аккуратненько выглядит. Да, куча китайщины. Если что, будете заказывать с Алиэкспресс, китайщины здесь не будет, потому что у вас будет другая прошивка, скорее всего. Я заказывал этот смартфон очень давно, когда еще на него не было глобальных нормальных прошивок. Здесь даже Play Market'а нету, меня предупредили об этом. Заказывал я его с другого магазина, с Fast Touch заказывал, и там на то время, когда я его заказывал, еще не было никаких нормальных прошивок. Вот говорю, окей, давайте хотя бы вот такой вот, потому что реально хотелось просто побыстрее посмотреть вот на этот вот аппарат. Он очень внушительных размеров, и еще из-за этого вот выреза я его взял, именно Honor 8X Max, потому что обычными вырезами уже никого не удивишь, а вот такие вот вырезы, они только начинают входить в моду, и, блин, это круто. Но главное, что хотя бы русский язык есть, а Play Market я надеюсь, что я поставлю. В принципе, стандартное все меню для Huawei, для Honor, кто имел дело с этими аппаратами, с этой компанией, то, я думаю, ничего здесь нового вы не увидите.
Очень быстро фоткает, кстати, фокусируется тоже быстро. Цвета насыщенные, с фокусом не промазывает, даже вот видим на вот этом вот пересвете видно саму текстуру вот этой вот пленки, не очень ровную. И, ну, понятное дело, это Honor, это Huawei, и камера здесь уже по умолчанию будет крутая, тем более за такую цену. Давайте зайдем в настройки, посмотрим сведения о телефоне. И есть ли обновление? Да, обновление системы здесь есть. Так, сведения о телефоне давайте зайдем. Android 8.1, а вот версия EMUI уже 8.2. 4 гига оперативки и 64 гига встроенной памяти. Экран разрешение 1080 на 2244, и здесь стоит Snapdragon 636. Вот такие вот характеристики у этого смартфона. Я не знаю, почему вот именно в Honor 8X Max запилили не кириновский процессор, а Snapdragon. Это очень странно, но окей. Хотя бы так. Но я думаю, что и со Snapdragon никаких проблем не будет. Все будет круто, все будет красиво прорисовано. Так что с этим не должно быть проблем. Давайте еще зайдем в звук и проверим качество. Вау, блин, звук насколько чистый. Вы даже не можете себе представить. Не знаю, насколько эта камера передаст. Но качество звука просто высочайшее. Блин, звук тоже меня порадовал. Экран крутой, звук классный, камера тоже должна быть крутая. Кстати, в конце этого обзора я покажу несколько примеров фото и видео уже предварительно, на что способна камера смартфона, возможно, тоже фронталку, чтобы вы уже смогли в полной мере перед полным обзором уже узнать, на что способен этот телефон, на что способна эта камера. И, кстати, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полный обзор этого смартфона Honor 8X Max. Я думаю, вам будет интересно узнать, на что же он способен и как ведет себя камера, как ведет себя экран, какие игры на этом смартфоне идут и как они идут, и вот как с этим вот вырезом вообще жить. Я об этом обо всем расскажу в полном обзоре, так что подписывайтесь, кто еще этого не сделал, мне будет очень приятно. Ну, а мы, наверное, на этом будем заканчивать. Распаковка подходит к концу, потому что, ну, пока что не о чем особо говорить. Первое, что меня впечатлило, это экран. Он огромный, блин, вот этот вот маленький вырез. И, ну, он реально впечатляет. Я не знаю, как это, опять-таки, передается через камеру, но когда ты держишь его в руке, складывается впечатление очень дорогого, очень большого, солидного телефона. Вот такое вот впечатление складывается. Ну, вот это вот, конечно, глянцевая задняя панелька меня не очень радует, не люблю я такое. Она очень маркая и царапается, но спасибо Huawei, что не забывает вкладывать силиконовые чехлы в комплект. За это плюсик. А на этом все. С вами был Сергей. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Сейчас будут примеры фото и видео. Это была небольшая распаковка и первый взгляд на телефон Honor 8X Max. Скоро полный обзор на моем канале. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока!